справился со своей задачей объяснить правила. Но опять-таки напомню, что это наша команда Тоби Топ Тим. Но тем не менее, все внимание на экран, все внимание в октагон. Встречает своего оппонента. О, и встретил и сразу. Вот по классике, да, просто попал. Да, и я так понимаю, что Хамидрезад до сих пор соперник. Слэм! Вот сумасшедший бросок! Титаренко, кстати, базовый грэпплер. Был чемпионом Казахстана по грэпплингу. Может быть, удушающая, да, Титаренко. Закрыл. Вот рука все равно еще остается на шее. Нет. Хорошая была попытка. Но зато можно добить фулл-маунт. Да, и активное добивание уже здесь пошло. На выходе накидывает. Да, вот этот момент был больше минуты остается. Попытается сейчас полностью подвернуться под оппонента Титаренко. Делает все правильно. Да, я думаю, это все. За минуту Титаренко должен доработать треугольник. Да. Побить, почему бы и нет. Здесь очень тяжело защищаться, что мы и видим. Да, и продолжает душить. Нет, упустил все-таки с треугольника. Не хватил. Есть. Двоечка стандартно. Вот пошел вперед и перевод. Отдал ногу. Да, прошло-то всего лишь 20 секунд. Уже Титаренко успел перевести в партер. Хороший контроль, добивание. Просто насыпает, потерял капу. Сейчас можно остановить, кажется, поединок. До третьего раунда это все не дойдет. Да, чуть-чуть сбавил обороты. Да, вот, теперь уже локтями начал дорабатывать. Манап Кабдиев готов, в случае чего, быстро вмешаться. Шагал именно вперед. Да. Вот, вот после мидл-кика. Спровоцировал его на атаку, сделал тейкдаун. Перевел после мидл-кика. Да. Да, идет удушающий прием. Стоп! Калхандру Ацмин Жингский Жеткен, Юрий Титов!